по такому размаху он осторожен вообще. Спасибо. По церковному славянскому языку. Все вы готовы? Да. Ну ладно, проверил вас всех. Это шутка, конечно. Мне хотелось бы, чтобы наше сегодняшнее с вами событие, да, оно все-таки событие для нас, с вами всех, это не какого-то соревновательного характера. Конечно, момент соревнования будет присутствовать. Самое главное, чтобы есть такой олимпийский лозунг, да, не главная победа, главное участие. А я бы хотел бы перефразировать по-другому. Не главная победа, а главное умение и знание. Вот мне бы очень бы хотелось, чтобы все вы хорошо читали по церковно-славянскому, на церковно-славянском языке. Да. Как вы знаете, это наш основной богослужебный язык, в котором мы именно общаемся во время церковной службы. Кто-то говорит, что этот язык очень трудный, непонятный, но когда мы начинаем с вами углубляться в этот язык, мы видим, что он очень-очень красивый. Красивый язык? Да. На нем не хочется, ругаться? Нет. Не хочется, правда. Почему? Потому что он язык богослужебный. Это язык, на котором разговаривают с Богом. Поэтому на этом языке не хочется сквернословить, ругаться, и вообще что-то говорить такое неприятное, нехорошее. А именно хочется что-то говорить особенное. Но мы особенно говорим с вами что? Молимся когда. Мы читаем молитвы, разговариваем с Богом, читаем Священное Писание, Евангелие, апостол. То Священное Писание читаем, когда Евангелие мы, то Господь с нами разговаривает посредством Святого Евангелия. Когда мы молимся, то мы говорим с Богом. Вот, конечно, с Богом надо уметь разговаривать. Форма его, она может быть различная. Самое главное, конечно, Господь смотрит на наше с вами сердце. Да? Есть такое выражение: «Сыне, дай мне сердце твое». Потому что мы с вами можем быть очень красивыми и хорошими. Но если у нас сердце холодное, если оно или даже теплое, это, конечно, плохо. Я желаю, чтобы у вас у всех сердца были очень горячие к любви к Богу. И одно такое средство, чтобы наше сердце становилось горячее, есть молитва. Но мы с вами имеем практику, православные христиане, молиться на церковно-славянском языке. Вот. Я долго говорить не буду, вы и так это все прекрасно знаете. Я больше хотел бы сегодня послушать вместе с нашей уважаемой жюри, комиссией. Все, я думаю, будут довольны. Не все, конечно, будут победителями. Не может быть такого, что все победили. Не может быть такого? Я думаю, что все мы будем победителями. По-другому. Самих себе. Да. Мы будем победителями, то, что мы опять встретились вместе. Кто-то познакомился, а может кто-то еще подружится между собой. Это общение самое главное. Это самое главное для нас победа. Еще раз. Христос воскресе! Воистину воскресе! Я хотел бы тебе слово предоставить нашему ведущему Андрею. Я могу в любой момент любого чтеца остановить и передать чтение другому. Это понятно? Итак, приглашаются Андреянова Ангелина, Горина Юлия и Кучина Полина. Пожалуйста, подойдите сюда ко мне. Так, маленькие у меня все получается, да? Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши. Все, благодарю тебя, пожалуйста. Начинай с молитвочки, Царь Небесный, пожалуйста. Царю Небесный, утешителя души истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих, и в жизни подателю приди, и вселись в ней, и очисти от всякие скверны, и спаси, Боже, души наши. Я уйду с молитвочкой. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости, беззаконие наше,
святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, святые доверчесы, и все исполняя сокровища благих, и жизни подателям, ходи, и все одни, все жить, и очистенные от всякие скверны, и спаси Боже души. Спасибо, Душа. Святой Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости в законе наши, святи, прости и исцели немощи наши, имя Твое ради. Друзья, вы не волнуйтесь, пожалуйста, прочитаем. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости в законе наши, святи, прости и исцели немощи наши. Славлю Тебя, Боже, благо, жертву дал бы Бога. Спасибо, Шибло, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бога не уничижит, отложи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и все сужигаемое, тогда возложат молзарь и жертвы, Божий дух правдами в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого не отмерни меня, воздай мне радость спасения Твоего, и Духа Твоего лично затверди меня. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестиве к Тебе обратятся, избави меня от народящего, теряя себе самоудина Бога, поди за стороны Твоей, ты защищает мать, к Тебе не приблизит. Спасибо большое. Побачь, чем Твоим смотришь, и воздаяние грешников узришь. Я как Ты, Господи, упование Боги Вышнего, положилось и прибежище Твое. Не придет к Тебе зло, и рано не приближится, телеси Твоему, яко ангелом Своим заповесть от Тебе. Спасибо, Господи. Сохрани Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя, да никогда приткнешь, а камень Твою ногу, на аспида и василиска наступишь и поперешь и льва и змея, яко на мя упова. Себя, ну, так, 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 так. Приглашаются. Польская Агриппина. Я правильно заметил, что? Я считаю, что на первый раз можно быть довольным. Думаю, что дальнейшем усилите своим умением читать. Ну, а сейчас у нас скоро, буквально через несколько минут, когда комиссия подведет итоги, да, будет выступать старшая группа. Вот здесь я вас буду мучить. Сильно, сильно. Читать частичку 50-го псалма наизусть. А может весь. Ну, раз вы читали, вы знаете. И потом почитать несколько строк из определенного псалма, какого я сейчас не скажу еще. Вот такое хитрый коварство. Итак, сейчас комиссия выберет. Так, Винокуров Сергей еще. Комиссия тут посовещалась? Где он? Так, Винокуров Сергей, не помню. Так, готовы? Мария Васильевского. Игорь Видов Григорий. Я у стен твоих, а сохраних путешествий, соверши стопы мои, посетях твои, но и подвижутся стопы мои. А с возбог я услышу меси, Боже, преклони ухо твое мне, услыши глаголы мое. Удиви милости твоя, спасай, бывающая на телах противящихся десницы твоей. Спасибо, Господи, сохрани меня, Господи, я без единицу ока в крови крыло Твое покрыши мя, от лица нечестивых, острадших мя, вразимая душу мою одержаша, дух свой затвориша, пустая глаголоши гордыню, изгоняющая мя ныне обыдоши мя, очи свои возложишь, уклоните на землю, обяшая мя, яко лев готов на лов, и яко скимена витая в тайне. Спасибо, Господи, сейчас псалом. К Тебе, Господи, возбегу душу мою, Боже мой, на Тя уповал, да не постыжуся вовек, ниже, да посмеют мне вся врази мои,
ибо все терпящие тяги не постыдятся, да постыдятся. Он не услыши мя, во скорбех печалью моею, и смятохся от гласа вражет стужение грешнича. Яко уклонишь на мя беззаконие, во гневе враждобах уми. Сердце мое смятися во мне, и боясь смерти нападе на мя. Страх и трепет приди на мя, и покры мя тьма. И рек, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и почию. Се удалихся, бегай, водворихся в пустыне. Спасибо, Господи, благодарю тебя. Следующий. Так. Как-то получилось. Ну, глазу только не будет еще. Вайпочек уже с моим. Это уже добро. Давай, быстренько. Точно, уверен? Вот, поехали. Господь, слушаем. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся, Господь, защититель живота моего, и кого устрашуся. Так, дальше. Внегда приближайтесь на мя злобующим. Очисти беззаконие мое, наипаче омой мя от беззакония моего. Спасибо, я... спасибо. Все, следующий. Так, я хочу вам позвонить, я фамилия. А, Брыкин Михаил. Итак, сейчас мы с вами будем выступать Брыкин Михаил. Пристрастия построились в храме, да? Как говорится, жребий сам определил, то есть воля Божия такая, что кто выиграл, кто занял первое место, кто второе, кто третье. Но все равно, как я уже говорил, главное, что вы послушали, сами почитали, послушали, как читают другие. Хорошо читают? Да. Хорошо, да. Видите, да. И я думаю, что нам всем это, всем вам и нам это тоже очень было хорошо и приятно. Хотя и не просто, потому что около 3 часов длился конкурс. Тяжело было? Да. Тяжело было. А что было самое тяжелое? Ждать. Ну вот, самое тяжелое закончилось, ожидание. А теперь предстоит награждение участников нашего конкурса. Тебе поработали. Вы вчитывались в тексты, вы учили что-то наизусть. Вы учили даже цифры, да, числа на церковно-славянском языке. Я думаю, что вы стали немножко в своих знаниях богаче. Во всяком случае, то, что вы знаете, в общем образовательных школах никто не знает. Да? Вот дайте им текст прочитать, они не прочитают. А вы, многие из вас, читали с листа. Младшим деткам, конечно, необходимо будет учиться читать с листа. Конечно, надо будет поработать серьезно над голосом, над постановкой голоса, над неспешным чтением, над чтением распевным. Это все будет очень важно для вас в дальнейшем. И чем лучше будем читать, чем больше будем понимать, тем мир для нас, в том числе и мир Божий, и Божий где будет раскрываться все шире и шире. Если мы, для нас будет все шире и шире раскрываться, тем лучше будем познавать, тем лучше будем становиться сами. Тем душа наша будет с удовольствием, с радостью, восхищением притекать к Богу. И от этого она будет только духовно насыщаться, радоваться и будет становиться чистой, святой и совершенной. Вот чему нужно стремиться. Стремиться к Богу, и чтобы душа ваша была какой? Чистой. Дальше. Святой и совершенной. Еще раз повторим. Какой должна быть душа? Чистой, святой и совершенной. Ну вот так.